Я в данном случае, у меня, видите, охра желтая. Я часто использую либо светлую, либо очень красиво в осени золотистая. Вообще прекрасно. Жизненько, да, но с количеством краски. Мы это все вот так вот наносим. Беспощадно. Обязательно смотрите, чтобы у вас краска была. А? Много-много краски надо. Не, немного, но она должна быть и жидкая в том числе. То есть следующий этап будет как раз-таки заключаться в том, чтобы в эту жидкость быстро занести мастихином самые темные места композиционные, да, то есть мы сразу заносим в эту охристую слякоть самые темные места, то есть где у нас будет уже и водоемчик, и это дерево, и задний план, и будет также накидываться и у нас уже начало неба, которое там просвечивает. Вы можете и строительный. Можно, да? Да, просто я очень люблю вот эти кисти, которые продают на Скаре. Не порти видео. Нет, это реклама. А что и порти? Красиво, все прекрасно. Вот. Я просто люблю вот эти кисти, я привыкла ими работать. Именно, и поэтому я взяла по привычке уже ту, которая 8 лет со мной. Верой и правдой. И эта кисть, кстати, 4 метра в высоту, 4 метра в ширину расписывала. И медный? Ты такой, да. Какая она выдержана. Да, ну, эта кисть вообще может много лет жить вообще. У меня вот 8 лет кисти живут спокойно. И после учеников, и меня. Вообще. Так, все это быстро заносим. Отражение у нас всегда темнее, чем небо, да, поэтому не забываем об этом тоже. То есть я взяла чуть больше турмалина, добавила. Почему голубой остается, не дает зелени сухой? А? Почему остается голубой цвет, не дает зелень сухой? Ну, охра это же не желтый. То есть он вообще не... Ну, это не желтый, да, то есть она слегка зеленит. Ну, слегка, да. Ну, то есть охра же не желтый цвет, да. То есть для того, чтобы, когда желтый с синим, да, соприкасается, например, в небе, да, много раз, для того, чтобы зелень не начала вылазить, вы попробуйте добавить чуть-чуть кадмий красный, светлый, да. И все, и зелень перестанет лезть. Это, ну, это то же самое. Постоянно вытираешь. Черный красный. Это не черный. Это ультраварин плюс коричневый. Тоже показалось сначала там, но это такое освещение. Это коричневый. Красный, пожалуйста. Внедряешь, то есть смысл какой? Вот как раз таки, чтобы было все очень-очень акварельно, чтобы было мало количества краски. Из-за того, что у тебя полезло ФЦ изначально, видишь, вот все избилось. Зато теперь она самая акварельная. А? Самая акварельная. В чем прикол данной укладки? Смотрите, то есть краска, которая находится на мастихине, мы не придавливаем мастихин к холсту. То есть она цепляется за краску, которая находится уже на холсте. У меня уже, конечно, бицуха развита, а вам надо лучше придерживать холст для таких действий. Потому что она начинает цепляться и сразу... О, да, тяжело. Я потом еще там потемнее засуну. И дам вам возможность поработать. С такой грустным голосом. У нас тут тоже, кстати, вот тут еще, да, водичка. Так что прям можете подобрать здесь. Вперед! Она говорит, вот начинаешь с темных пятен, которые по полу прозрачны, а потом типа наращиваешь, наращиваешь и наращиваешь. Все правильно. Кто пропустил, кто не пропустил. У вас уже на картинах, конечно, больше, чем у меня, поэтому мне теперь вас догонять надо. Строительной кистью, лежачей, очень тоненько и деликатненько. Я кое-где добавляю еще вот этих вот сухоцветов, типа листьев, на заднем плане. Да, у него штриховый наш. Смотрите, как классно получается. Прямо так. Это отражение коричневое. О себе я тоже забыла, естественно. Что оно отражает? Дерево там что-то, да. Может быть, там оно где-то еще и притоплено что-то. Там, ну, то есть это... Да. Типа там. Чуть-чуть кадмий красный светлый, потому что желтый плюс ультрамарин дает такой не очень красивый зеленый, по-моему. Да, а вот с красниночкой вот красота прям. Красиво. Болотный, да, вот это вот как раз. По чуть-чуть добавляете, когда смешиваете. Очень красиво. Класс, мне нравится. Да, заиграла. Да, сразу так все, ух. Понимаете, почему серый? Серый всегда выдвигает быстрого, да. Ну что? Да. Давайте. Плечок поставить. Я поняла, поняла уже. И что? Мы хотим насладиться этим. Мы хотим смотреть и смотреть. Марс, ультрамарин, чуть-чуть краплачу. Ну что будет? Лежачий, к хвосту, кисть. Что там происходит? Маш, я их боюсь. Так, на... этим жить. Это вот хворостина чуть-чуть не хватает. Ой, очень я такое хочу. Да, я кажется. Да. А что такое? Я тоже как бы это уменьшила. Да. Что? Чуть-чуть ваты для меня. Вот это мясо. Ну убери я. Мне нравится вот здесь. Вот сними. Такая более холодная. Взрыв пока что напоминает. Да, да, да. Мало помещения. Надо еще. Пока вроде нет. Не могут найти это коричневый, они черный начинают брать. Ну, ну кто-то такой сказал. Да. Ну, да, да. Она просто знает, сколько я расходую. Я вроде ничего сверхъестественного не делаю, поэтому можете говорить и погромче. Нет, просто я смотрю, смотришь, там одни движения, тут другие движения. Но я...